Приветствую всех на моем канале. Это переделка моего старого дома. Вот в таком виде я его купил. Ролики здесь есть, можно посмотреть. В данном видео речь о потолке. Потолок был вот таким здесь. Там вверху, скорее всего, какие-то балки. Но был он подшит листами ДВП, я их немного очистил, ну а чтобы придать более-менее нормальный вид, оклеил вот этими пенопластовыми квадратиками. Ну, на то время казалось нормально. Дом сейчас внешне уже выглядит вот так, да и первая комната совсем в другом виде, и теперь этот пенопластовый потолок, ну это такое самое примитивное и некрасивое место, которое есть в доме. Кроме того, и плиты уже начали кое-где отклеиваться, это тонкий пенопласт. Теперь хочется узнать, что же там за этими ДВП-панелями было. Хочется, во-первых, потолок выше сделать, чтобы было свободнее, дышать, чтобы лучше. И высота, она все-таки придает какую-то красоту. И балки сами смотрятся красиво. Но спросить особо-то не у кого было, поэтому на свой страх и риск начинаю сдирать их. Отрываются тяжело, прибиты на эту обрешетку хорошо они были. Но ободрал. Все перенес в соседнюю комнату, а здесь вот такой у меня бардак. Три мешка мусора, в общем, вынес я. Ну, три мешка, это, собственно, не так уж и много. Балки красивые, мне понравились. И высота будет нормальная, и почти все целое. Немножко кое-где есть щели, которые надо будет замазать, подправить, набить каких-то реечек. Ну, а сейчас надо снять эту обрешетку. На ней держалась обшивка. Электропилой я это все пораспилил на куски, да в окно повыбрасывал. Все, готово. Ну, в общем-то, внешний вид вполне себе презентабельный. Потолок стал выше, смотрится приятней. Покрашу в темно-серый цвет, я так задумал, и одна стена будет в него покрашена. Должно смотреться красиво. Но потолок в какой-то побелке, в какой-то краске. Надо пробовать снять. Взял крупную наждачку, и это было неудачей, потому что столбы пыли поднимало такие, облака прямо стояли. Не то, что дышать нечем, просто ничего не видно, что делаешь. Поэтому пришлось вручную. Взял скребок, взял металлическую щетку и за работу. Но тоже дышать сложновато было, поэтому заматывался в какие-то марли. Теперь попробуем и наждачкой уже после того, как вручную снял, где-то подровнять и снять этот черный слой. В общем, поработать придется. Но буду выкладывать ролики по мере того, как идет процесс. До следующих встреч!